В разгаре подготовка к сезону лесных пожаров в Ангинском Улусе проверили лесопожарные формирования, как оценили готовность борцов с огненной стихией. В рамках подготовки к пожароопасному сезону в Ангинском Улусе проверили лесопожарные формирования. Проведен осмотр лесопожарной техники и снаряжения. Также проверили у бойцов наличие прививки против клеща и в целом прохождение медосмотра. По итогам проверки лесопожарные формирования признали готовыми к сезону. Отметим, что в последние годы материально-техническая база предприятий улучшилась и начали выделять новые виды техники, спецодежду, средства связи. Также в прошлом году по настоянию руководства и в счет финансирования правительства в филиалах Якутлесресурса построены навесы для зимнего хранения техники. И надеемся на дальнейшее улучшение нашей материально-технической базы, в частности, строительство теплых гаражей и, в общем, базы и теплых гаражей. В холодное время вот работники на улице работают, готовят технику. Оснащение в последние годы значительно улучшилось. Плохо то, что перестали работать спутниковые телефоны. Сейчас вот Иридиум только работает, и тоже гарантии, надежды нет, что бесперебойно будет работать.